Сегодняшнее мероприятие, я считаю, что оно имеет масштаб всего мира. Все люди мира, простые люди, хотят мира, покоя, согласия. Так как сейчас наш весь земной шар, он горит, он в огне, поэтому, я думаю, наш вклад, пусть он маленький, но он все равно нас приблизит к миру. С одной стороны, это как бы объединяет, потому что смотрите, сколько здесь народу, причем разновозрастного народа. С другой стороны, это патриотизм. Такие флешмобы исполняют русские песни, которые, наверное, давно уже многие не забыли. Русский и украинский народ, мы братья, у нас одни исторические корни, у нас одна религия, у нас один язык. Простой народ только за мир, за дружбу, за понимание.